мягкое место, оно выбитое. Туда чаще всего попадают. Вот сюда чаще всего попадают. А в ту мишень можно стрелять? Какую? Которая наложена в дерево. Дерево жалко. А если попадешь в мишень? Смотри, у тебя две ноги стоят вот так. А если в мишень попадешь, все ресурсы отдупают? Во, видишь, ты сама уже встала и покачалась. Это верный признак того, что ты стоишь правильно. Еще до уха. Молодец! Ты уже заработала ресурс. Хочешь еще пострелять? Да, конечно. Нет, ну я два не дам, но это так просто. Ну мы уже пришли, уже, да. Три можно. Хотя если попадешь вот в круг, вот в этот, еще есть шанс. Тогда я дам два. Вот если вот в маленький круг вот сюда попадешь, вот сюда. Да это легко с такого расстояния. Тебе сколько лет? Не, 9. Молодец. С такого расстояния это легко. Приходи, когда тебе будет 6. Хорошо? И попадешь. Попадешь, да. Молодец. Бери. А где? Что тебе дают? Скажи. Ну, наконец. Ты молодец, видишь? Какая ты молодец. У нас у тебя первая еда, надо побольше еды собирать. Сегодня мероприятие, турнир называется, и не только. 2 часа. Сейчас вот уже после обеда дети занимаются, ну, как бы такие мини-соревнования. Вы сейчас видели, в лук стреляют. Вот здесь вот тоже катали шарики. То есть надо было в центр закатить шарики. В общем, кто что делает, собирает такие ресурсики. То есть это такая экономическая игра. Есть всех детей поделили на города. Вот. И дети участвуют в разных мастер-классах, в разных соревнованиях, и им за победу дают, так скажем, такие ресурсики. Ну, карточки такие, где написано еда, либо камень, либо там одежда, либо еще что-то. И вот видите, вот все участвуют там, если удивились, если выполняют определенные правила, то им дают. Видите, с какая цель. Я из лука стреляла, как настоящий индейец. Пить, мама. Все, пошли вон пить. Туда. В общем, кто что только не делает. Мы тоже тут насобирались со Василисой. О, я маму поборола. Я зато маму поборола. Да, ой, мы и боролись на матрас. Мама первый раз выиграла, а я ее 2 раза. Да, боролись. На ходулях нужно пройти тоже там определенно. О, уже ужин привезли. Ужин привезли. Тихо, не кричи. Ужин привезли. Уже сейчас пойдем. Видите, все идут со столовой с разносами. А вы в какой команде? А мы не знаем, как наша команда. Дом открыт, иди. Сейчас я пойду схожу, ужин возьму. Жарко, жарко, очень жарко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.